это мы на радарах. Так, у нас тут будет, ребята, я так понял, 4 оконцовки должно быть где-то этого мода. Мы попытаемся снять их все, ребята. Так, а ну-ка. Так, у нас что тут у нас? Сейчас посмотрим на ПК. Так, вот это у нас тут что у нас? Ермол. Варлап. Нам туда нужно, ребята, найти Ермола. Ну что ж, пошлите, ребята. Нам туда надо. Посмотрим, ребята, что у нас получится. Не знаю. Ну, на всякий случай. Это, блядь, трихомудия, ребята. Вот он, походу, ребята, как его, ермолчик, как там его, как сюда, бля, попасть. Все, ребята, мы здесь. Так, вон он, ермол, ребята, тут будет. Ясно. Так. Тут такой Васек. Вот он, ребята, и ермол. Так. Привет, привет. Говорят, что ты можешь знать про Скрягу и Захара. И про старые склады, что они нашли. А, давняя история. Склады Захар нашел со своим ими кентами. Курком и пауком, оружие времен Второй мировой, консервы, обмундирование и наше, немецкое, в общем, хрен поймешь, чьи склады. Парни особо, впрочем, и не заморачивались, и стали искать сбыт, тем более, что с жатвой и патронами в центре зоны уже стало туго, а таскать через барьер себе дороже. Инвентор – вещь капризная, вышли они на Скрягу, а Скряга – это тебе не ермол, ежели что целую группировку бы за него пряглась. И пошел у них нехилый бизнес. И ты сам видишь, весь центр ППШ ПМ-40 таскает. Ага. А значит, Ковцуру завидно стало. Решил он бизнес Скряги и Захара себе забрать. Что ему и удалось. Понятно. А где склады-то? Конечно, не знаешь. Пустые они. Ковцуровы все перевезли сюда, даже сунулись в деревню зомби, нашли также укромное место Андрюхичи с Гончаром, и их две СВДшки приняли. Передумал купцов в Восточной Припяти жить, товар держит. Что за деревня? Да здесь, на генераторах, на 7 часов отсюда, артефакты там, ну просто немерено. Ну, место неспокойно, мутанты да зомбаки облюбовали деревню. По мне, как лучше зомбаки, чем ковцоровские бандиты. То есть, если арты продавать будешь, мне нести, договоримся, принесу, может, и за деньги, за информацию. Что тебя интересует? Стрелок, где его группа? Полный комплект артов, я расскажу тебе все, что мне известно. Так, ребята, ну, короче, я буду сейчас, ребята, подождите. Так, сейчас мы сохранимся. Тут будет так. Ой, блин. Так. Ф. Так. До встречи. Короче, ребята, мы сами выбрали. Мы, короче, не будем арты собирать. Так, ребята, а теперь нам нужно туда пройти. Так, это кто у нас такой? Так. Вова зубастый. Так, ребята, а теперь нам нужно вот сюда. Макс Вовутай, блядь. Так, ладно.
что же дальше? Так, что же дальше, пацаны? Так, передать письмо, инфа. Славин. Славин, Славин. Сейчас поищем Славина. Басек. Немец. И тебе, немец, мне Славин нужен. Придется подождать, ему пока некогда. Хорошо, я подожду. Так, ребята, будем ждать Славина. Так, Славина, Славина. А что ж нам делать, блядь? Арты пойти, блядь, поискать. Чешо. Не жалко, так, блядь. Так, ребята. Стоп. Идет огонь на поражение. Что, ребята? Пошукаем. Покуда того хера нету, блядь. Ага. Так. О, по снурочке, ребята. Повоюем с этими уёбками. Так. Ребята. Есть. Что, с тубочков постреляем. Сохранимся, пацаны. Все, больше нету снурочков. Да вы, сука, придурки ебаные. Так, все. Всех поклали мы. Снурочков. Нет, не всех. Это еще один полег. Ух ты, блядь. Нате, сука, хавайте, блядь. Нате, сука. Вот так.
тобой, мне еще мозги. Да ты че, сука? Все, блядь. Петухи ебучие. Еще есть? Братва. Сурковская, а? Сурки. Чувачки. Вы где? Снурки. Полегло у вас тут немало. Так, ладно, ребята, пошлите, нам нужно. Может, этот хрен уже пришел? А? Как его там, Славин, блядь. Ух ты, блядь, я куда-то пошел не в ту сторону, ребята. Туда надо. Чё, блядь, сука, ребята, не заблудился. Ага, вон она. Так. Вон. Ну что ж, блядь, Славин у нас примет, че не? Слушай, немец, мне дело действительно не терпит уже. Славин уже выходил. Иди к входу в бункер. Иду. Так. Вот он, Славин, пацаны. Так, Славин. Привет, привет! Ты главный в группе поиск. Я есть. А есть сомнения? Сомнений нет. Есть весточка от Бормана. Так. Хорошо. Верительная грамота. Значит, ты есть тот самый Джо-Джо. Наслышан. А что? В Припяти всерьез готовились штурмовать наш лагерь и бункер. Всерьез. Одного пастита хватило бы, чтобы обрушить стволы вашего бункера. И вы с Борманом пересекли это дело? Тебе-то зачем? Так, мне нужен грузовик, вернее, статьи с камерой и его кузов. Статьи с камерой? Ты про контейнер? Это называется статьи с камерой, предназначена для изоляции меняющего лица. Я должен загнать эту тварь в статьи с камеру. Ты, в общем, заплатил этот? Тебе обещали заплатить за это? Так, не помню. Вроде нет. Я не могу варить тебе... А, верить тебе, наемник, и постарайся покинуть лагерь... Прощай, лагерь до 21. Хорошо, прощай, Славин. О-о. Так. Это еще у нас вход-коллектор. Выход из коллектора. Отстойник. Так, вон. Найти вход второй коллектор. Пач лагерь сталкеров. Угнать грузовик со статьи с камерой. Найти вход во второй стой. Отстойник. Вход коллектор. Выход с коллектора. А вот он же, сука, этот грузовичок, блядь. Ага. И чё, блядь? Сохранимся. Ну что ж, ребята, блядь, там, блядь, нас, сука, блядь, опрокинули, ребята, блядь. Так. Вот коллектор нам нужно найти, пацаны. Так. Пошлите поищем вход коллектора, ребята. А потом, блядь... Вы, блядь, я, сука, не так добазарил с тем хером, ребята.
Так. Вот он, фуд-коллектор, ребята. Так, ребята, вход коллектор мы нашли. А, до завтра до ночи, блядь. Вот самый так. Нам нужно дождаться ночи. О, блядь. Нам, блять, надо что-то пожрать же. Ладно. Так. Вход коллектор я нашел. Так, а нам что нужно? Найти вход коллектор, попасть в лагерь сталкера, угнать грузовик со стазисом камеры. Информация. Ствол-то прибери, братишка. Да я понял. Немец. Торгануть. Торгануть. Пацан, тебе жать надо, мне пожать надо. Так, а ну-ка, тебя, братан, что-то есть перекусить? Торгануть. Ну, это нихуя, блин. Так. Ладно. Блять, перекусим нахуй колбаски, блять. Так, ребята, нам нужно отдохнуть до вечера, блять. Так, а что ж нам дальше делать? Так, ладно, ребята, будем ждать мы ночи, наверное, чтобы потом спуститься туда. Тут коллектор, ребята, дождемся ночи, блять, прокатимся на базу. Спиздим этот грузовик ебучий, наверное, ребята. Видите, ребята, ночь. Я ебанул того ебучего кровососа, сука. Так, ребята. Генераторы, блядь. Найти вход в старый коллектор. Мы нашли, вон, сука, нас этот уебок, сука, отогнал, ребята. Это он тот-то был, блядь. Где же этот, блядь? Ебаный в рот. Сука, у нас отогнал, блядь. Ебаный пидор, сука. А вот он, пацаны, коллектор. Все, ребята, идемте. Фух. Так. Теперь нам нужно, блядь. Они все зеленые. Так, сохранимся, пацаки. Опа. Откуда ты взялся, человече? Я вот барин отца Виталия. Вот письмо. Погоди, ага. Ну, можешь полностью читать нас, раз такое дело, сын мой. Грузовик с контейнером храняется. Как нам... Как, кому нужен старый хлам? Хорошо, как только я выйду из-за двора, бросайте все и уходите.
Но перед этим передайте открытым текстом отцу Виталию, что наемники угнали машину с контейнером камерой. Все, запомнил, отче? На память не жалуюсь. Тогда начинаю. Так, ребята, а ну-ка. Пацаны, есть что пожрать? Торгануть. Колбаса. Нет, вот у тебя есть что-то пожрать? Пацаны, блядь, мне надо пожрать что-то. Колбаса. Мне надо пожрать, пацаны, блядь, я, блядь, сука. Ух ты, блядь. Я что, я не купил колбасу? Торгануть? Торгануть, уйти. Так, у тебя была еще колбаса, блядь. Ага, у тебя была колбаса. Торгануть, уйти. До встречи. Так, ребята. Съедим мы колбасочку. А у тебя, братан, есть? Ну это нихуя. Так, пацаны. Сохранимся. Блять, это ебучий грузовик, блять. Он, сука, заебал, он, блять, сука. Поехали. Ты, блядь, куда я заехал, пацаны? Так. Так, ребята. Ну что ж, ребята, сейчас у нас будет два, ребята, окончания этого видео, ребята. Мы сохраняемся. Первый у нас видон. Если сейчас вертолет прилетит, ребята, мы сдадим эту всю байду, то тогда, ребята, все пучком будет. У нас закончится, по идее, игра. А если нет, то надо будет, ребята, нам воевать с этими хренами, ребята. Сейчас мы посмотрим. Вот он, вертолетик садится, пацаны. У вас фичи, отличная работа, я знал, что вы справились, вы следили за мной, скажем так, прикрывал ли вас. Так, еще осталось несколько. Так, Коппер слишком медлил, вернее, Кевина мешал старый тесный дурак, а ликвидация. Не понимаю, что вы. До вас операция завершена. Возвращайтесь к периметру барьера, и как только барьер будет отключен, приятно было с вами работать. Вот первые ребята, выбираем еще. Хорошо, прощайте, Хьюго. Все, ребята. И что ж дальше? Так. Вот мы
ребята, и все. Миссия выполнена, ребята. Вот и конец, первый конец. Ребята. Так. Что это, не знают? Это последний, это первый конец игры, ребята. Игра окончена, ребята. Это первый конец игры, ребята.